Раем удалось сплотить нас, и вместе мы многого добились. Ну, привет. Привет, спасибо, малыш, что ты с нами. Что завести отец? Понадобится снайпер. Уже иду. Так. Сравнить. Заглушителем типа. Вот ее и заберем. Ага, понял. Так. В бункере время теряет всякий смысл. Я хотел испытание посмотреть. Огнемет. РПГ есть. РПГ надо завалить, РПГ еще надо. Так. Карта. Нападем мы, пожалуй, вот сюда. Thank you.
сами создаем свое будущее. Вот чему меня научили в детстве. Так, так. Я пронес это знание через всю жизнь. Нам надо идти на аванпост. Он куда? Пойдем пешочком прогуляемся. Так, немного надо только сменить состав отряда. Увидимся. Ой, надо было с РПГ завалить. Я тебе помогу, дружок. Да ты у нас настоящий судовод. Я что-то слышала. Меня так просто не возьмешь. С виду опасный. Может, просто рисуется? Три сигналки. Жертва здорового образа жизни. С такими шутки плохи. Ворона меняет гнездо. Вижу плохишей. Тут не очень. Меняю позицию. Эх ты, нихера у них там. Не хочу так помирать! А ну помоги! Охереть, нифига себе. Возможно, скоро будет! Не, мне сюда еще рано нападать. Надо на другие аванпосты нападать.
Вот его и разграбил. Давай еще раз попробую. Прям. Сейчас еще разок попробую. Здесь эти недоноски. Осторожно. Ого, нифига себе. Подмога скоро будет. Встретимся в аду, угощу печеньками. Ух ты, ёлки-палки, слази нахер, слази. Это откуда так меня шмальнули? Патроны надо было бронебойные просто переключить. Надеюсь, тебе удастся уговорить эдемцев помочь нам. Так. Ага, испытание. Пистолет мастер. Так, у меня что там стоит за снаряжение, персонаж, пистолет. Второго уровня вообще. Сравнить.
Так, что я хотел? Пистолет с глушителем таким, я понял. Купить. Поговаривают, тобой заинтересовались эдемцы. О, хорошо, что дохнет всегда кто-нибудь другой. Если мы хотим вернуться к уровню индустрии 20 века... Так, дальше еще. Вот сюда нападем, да? Путешествие. Все аванпосты позанимаем. Этанола понаберем. Кто-то типа меня... Ага, видит он там что? Ну, на вышках нет никого. Нужна позиция получше. Это как автомобильная антенна, высотка большая. Круто. Получше.
где-то летит, где-то что-то. Ох ты ж зараза, зараза. Где я не вижу план снайпера? Откуда шмаляет, я не вижу. Так, вертушка еще одна прилетела, где она? Ёшкин! Офигеть, чуть-чуть не получилось. Тяжело, блин. Был пистолет, у него бронебойный. Мне не нравится.
Кира, ты... Быстрее, быстрее, быстрее. Аптечку, хоп. Похоже, у меня останется жива. Он под нами. Пожалуй... Окружаем позицию. Я помогу. Ты где? Давай. Атакуем их с фланга. Я в тебя верила. Где вертушка? Зараза. Так, надо вот это так включить еще как-то, да? Ага, вон на нем сушка вижу. Меня нельзя убить! Привет. Это что еще? Так, испытание. Пистолет. Так, куда дальше еще одно? Надо один аванпост захватить.
ты часто об этом говоришь. Так, так, так. Вертолетная площадка. Где вертолет? Круто, ха-ха, охренеть, на вертолете. Прикольно. Ой. Я не лучший механик в округе, но это и так себе. Так, мы куда нападать будем? Мы будем нападать вот сюда. И вышки. Я могу снять эту скотину, если надо. С этим щитоносцем придется помучиться. Да ты чё, бля, прыгай, прыгай, я же специально сюда. Вот.
скафандров. Ёшкин! Какой нахер ты? Эй, быстрее, быстрее! Быстрее, быстрее, быстрее заходим, да. Вижу этих тварей! Ох ты же, ёжик! Быстрее, быстрее! Отлично. Теперь можно возвращаться на базу.